Эпидемии гриппу не будет. Такие прогноз дают специалисты областной санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области. Наконец, студень в регионе назирается незначный уздым сезонной захворываемости острыми респираторными инфекциями. Картина захворываемости у регионе характерна для этого периода года, кажут эпидемиологи. Уздым есть, але и он незначный. Переважно хворают дети. По данным вирусологического мониторинга, заболевания вызывают негриппозные вирусы. Это аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус и вирусы парагриппа. Выпадки вируса гриппу А, H3N1 зарегистрированы одинковые. И только у тех, кто не отримал отповедной вакцины. Бо гэты штам вируса уваходил и у яе склад. Прышипки от гриппу, кажут медики, дают добрый выник при массовом применении. У целом у области сёлета прошли вакцинацию 40% жыхароў. На начало года среди привитых детей дошкольного и школьного возраста это 75%. Это высокий процент. Эпидобстановка по гриппу благоприятна. Случаев гриппа у нас не зарегистрировано. Коли створенный коллективный иммунитет, справа за малым, притримливаться элементарной профилактики. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новини региона.